В течение 2 месяцев в Жанаталапе произошло несколько нападений на дома сельчан. Дважды неизвестные отбирали нажитое у пожилых людей, а последний факт был зарегистрирован в ночь на 18 февраля, когда жертвой преступников стал 35-летний мужчина. Разбой был совершен неизвестными в количестве 6 человек в масках, в перчатках. И у потерпевших были похищены деньги в сумме 1 300 000 тенге. Как стало известно в ходе осмотра там же, потерпевший наш является частным предпринимателем и указанные деньги хранил у себя дома в шкафу. Никакого сейфа или металлического шкафа у него не имелось. Часть подозреваемых задержали спустя несколько часов на съемной квартире в Шымкенте. У них были найдены деньги и золото, принадлежавшее потерпевшему. Один из подозреваемых пытался уйти в бега. Его задержали на пострубеже Шакпак-Баба. На данный момент в розыске еще 2. Некоторые из задержанных ранее судимы. Приготовили маски и ножи, а потом поехали в Жанаталап. И я остался на улице, а они вошли в дом. Через 3-4 минуты я тоже вошел. Дверь была открыта. Хозяина с женой связали скотчем. Стали требовать у них деньги. Они сказали, что деньги лежат в тумбочке. Сейчас следствие устанавливает причастность группы подозреваемых к другим преступлениям. Полицейские считают, что за шайкой тянется длинный след, состоящий из разбоев, грабежей и краж. Ринат Хамидуллин, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «ПТРАР».